Для упражнения нам понадобится тренажер вертикальный и понадобится вот такая плетеная косичка. Да? Итак, ножки находятся от центральной оси. Мы находимся на отдельном шаже, чтобы образовать угол 35 градусов. Локти выпрямляем немножечко вперед. И на выходе выполняем 5 четких разгибаний на 30. Внимание, я готов. Уменьшаем вес на одну плиточку. Локти неподвижны. Спинка прогнута. Когда доходим до последнего веса, делаем 15 разгибаний. 14.